У нас новая машина. Да, папа? Что ты ботал? Смотрите, тут подушка. А это его номер настоящий? Да. Офигеть, а зачем? Чтоб все знали его номер. Ну, куда, видимо. Черненькая. Третья. Те две лохушки стоят. Чего лохушки? Они отдыхают, да? Это вот. А, да, точно. Мужики пусть работают. Всем здорово! Сейчас очень хорошая погода. Очень. Но дует ветер! Поэтому она не очень хорошая. Дина собрала овес. Не знаю, какой хрен, но не важно. Еще она задала очень неприличный вопрос. Но я не буду его озвучивать. Снова я, Диана Воробьева. И снова новое видео. Сейчас я иду снимать манеж. И там, на этом манеже, люди мучают лошадей. Итак, идем. Всем привет. Сейчас мы идем собирать молоко! Здесь должна быть эта миссия. Не выполни! Почему никто не дал миссию подойти? А где малыш? Пусть спит, только не трогай его. Вот и ребята, сейчас мы будем. Держи крышку. Сними как его. Держи крышку. Она не дает. Она не дает. Она не дает. Вы тут стоите. Надо, чтобы мелкий попил и отвезти его. Походу. Попробуй. Да, конечно, пусть спит нахрен, а то убьет нас. Это будет сомнение. У нас ничего не выходит. Мне кажется, пора идти к другой кобыле с молоком. Да, он не хочет. Она уж точно даст. Она не даст, она будет драться. Она, да, конечно, она встанет и будет блин, терпеть. Блин, да мы эту не надоем 100 лет. Ладно. Она опять спит. Мелкий опять спит. Короче, у нас еще немножко, когда мы идем на другой. Она сейчас упрёт. Давай мелкую. Давай плазу. Я уже устал. Это утомительно быть доярка. Тут дядька говорит, не трогай, она для Микки. Там еще много? Хоп-бэй. Блин, меня все рушит. Хоп-бэй тоже нет сердечка. Всем привет! Сейчас будет тег. Мы, короче, надоели. Это молоко моей кобылы. Обзор на молоко. А это... Привет! Почему я все время забываю взять еды? Потому что это ты. Завтра возьму! А, хорошо, договорились. Запомните вы, что завтра берет еду. Вот она. Вот это.
Вот это? Ой, у меня такая рука чистая. Огонь. Просто я доила лошадь. Вот все. И не быть мне дояркой. Вот что я поняла, что мне не быть дояркой. Это мы так бежим в магазин. Да, Ксена дала денег. Обахашла! Тамашка! Сидеть! Сидеть! Рома! Рома, тише! Тамашка! Ромашка! Ромашка! Сидеть! Сидеть! Молодец. Нет, 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 нет. Сидеть, сидеть. Дай лапу. Дай лапу. 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 Слушай. Приключения вилки. Вилак. Вилак. Как ты думаешь, нас там съедят? Да. Нет. Давай открой. Что здесь? Кто тут? Там никого. Ух ты, как красиво. Тебе нравится? Вот. Тебе нравится? Да. Все. Это наш новый житель. Не фокусируй. О, сфокусируй. Убежал. Что она делает? Мы живем вместе с мышкой. Мышка, спасайся, пока мама не пришла и не убила тебя. А как она? Ну, хотя дать ее нет. Посмотри на нее. Она трясется вся. Ой, она на меня смотрит. Все, убежала. Пока, мышка. А это Дина. А, ты Дима бесвален, да? Думаешь, я сейчас не видела, что ты сделал? А как она туда пролезла, простите? Да ты мне что сделала? Сделала? Я ничего пора раскрыться, Дина. Я же спаду. Падай. Я видела твой глаз. Вот вы знаете, как выглядит Дина? Скажите, что вы уже знаете, да? Вы что, не знаете, как Дина выглядит? Вы что, дрепи такие? Смотрите, вот она. Да. У нее редкая болезнь, у нее ладони прирастазис. У нее к лицу ладони приросли. Да. Поэтому никогда не закрывайте лицо слишком часто, а то ладони вот так вот приросли, как у бедной Диночки. Соберем Дину на лечение. Номер моей карты будет в описании. Всем пока. Да, я специально снимаю, чтобы посмотреть. Это моя лошадь. Да, Остер? Нет? Блин, а чё ему так 10.02 хорошо где? 10? Это дата рождения. Мне кажется, их двое. Всем привет! С вами я, мышь Соня. Она дура, она собирается прогрызать путь. Малышка, прикинь, она сейчас шлёпнет. Она ведь вашего ультрапа может пожрать. Надо её оттуда. Это умная мышь. Она дура, она достала там бегать. Она дура! Ой, она опять здесь? Угу.
Ну тупая. Куда она собралась-то? Может, ей поможешь? Как мы ей поможем? Убьем ее все-таки. Мы задолбал там копаться. Если она чувствует, у тебя в шкафчике еду, она и в шкафчик. Блин, мне кажется, она, да, она туда из-за еды, блин, пробирается, у меня в шкафу еда. Ну, дура-то! Так, слезла с маминого тапка, она убьется, если... Блин, надо еду оттуда убрать. Она к еде лезет. На, снимай. Мыша, вали! Блин, она достала, хрена у меня нюх!